Учащиеся Бутовской школы номер один рассказывают, что антинаркотические профилактические мероприятия в их учебном заведении проходят регулярно. В таких мероприятиях нам обычно рассказывают что-то новое, интересное, полезное, всякие презентации. Вот недавно у нас был праздник просто как школьный КВН, и там мы после урока все остались и смотрели на это шоу. Там школьники готовились, было достаточно интересно. К нам часто приходят люди из соответствующих организаций, рассказывают о вреде алкоголя, наркотиков. Очень понятной и доступной форме для всех. В каждый класс приходил врач-нарколог, и нам объясняли вред курения и наркотиков. Цель акции «Дети России-2022» – профилактика незаконного употребления запрещенных веществ. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому городскому округу Ольга Погожих рассказала ребятам, что абсолютно все наркотические средства – это яд, поражающий весь организм человека. Подросткам разъяснили, какая уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто решит связать свою жизнь с наркобизнесом. Также на занятии была поднята тема социальных сетей. Конфиденциальной информации в интернете нету, и чтобы дети понимали, что все шаги сейчас, они все как бы запоминаются и хранятся, и в случае, если необходимо будет какую-то ненужную информацию добыть, правоохранительным органам сделать это будет несложно. Во время открытого урока у ребят была возможность задать интересующие их вопросы сотрудникам органов внутренних дел и другим участникам встречи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.